То, что сегодня начинается в Чернигове, это прецедент, который будет иметь, ну, скажем так, хорошее продолжение и успех. Посчитали, сколько стоит будет строительство. Общая площадь примерно 9300 метров. 325 миллионов стоит будет строительство. Но на четвертый год эксплуатации, ориентировочно, третий-четвертый, мы выходим в доход уже 16 миллионов, а в расход примерно 11 миллионов. Он достаточно большой, и даст Бог нам его реализовать. Это будет один из новейших комплексов, один из лучших в Украине. На сегодняшний день объект вот этот на Пушкина более рациональный. Два их не будет. Если будет супербурное развитие Украины, это ошибочное решение. Но лучше пусть это будет ошибочное решение в бурно развивающейся Украине, в бурно развивающемся Чернигове, чем наоборот будет решение с большим неокупаемым объектом, который не за что будет содержать, если вдруг не все будет так хорошо. Поэтому сегодня на сегодня это обдуманное нормальное решение, мы за него проголосовали.